Творчество без границ. Студенты брянских вузов который год подряд ждут мая. И не потому, что жарко, и не потому, что начинают цвести сирень, каштаны и ландыши, а потому, что пришло время для демонстрации своих талантов. Оказывается, что отличник по физике еще и петь умеет на высоком уровне, а психолог или аграрий танцует или шутит похлеще столичных звезд. В этом году уровень очень высокий. Я бы сказала, что это не конкурс, а это праздник. Потому что я, например, как представитель жюри, получаю огромное удовольствие от интересных номеров, потому что действительно у нас очень талантливые студенты. Это жизнь, которая раскрывает их. Учеба, конечно, это на первом месте, но заниматься с детьми надо обязательно, теперь со студентами. Фестиваль традиционно проводит Управление по молодежной политике Департамента образования и науки Брянской области. Во время всех конкурсных дней свои творческие программы представили коллективы государственных учебных заведений и филиалов вузов. Вот я участвую с 2007 года в студвесне, и каждый год у нас, нельзя сказать, что какая-то общая тематика есть. У нас каждый год есть что-то новое, чем-то мы удивляем. Поступают студенты в основном младших курсов, которые выходят первый раз на сцену. Для них это каждый раз открытие, для них это каждый раз шаг куда-то, в какую-то светлое будущее, светлый праздник. Я считаю, что именно лица и звезды будут удивлять. Студенты-активисты радовали зрителей номерами самых разных жанров. Бурных оваций удостоились певцы, оркестранты, участники стемов и КВН и, конечно же, танцоры. Мы будем представлять театр танца «Ван-сцена». Мы неоднократно выступаем на каждой студенческой весне. И каждая студенческая весна для нас – это новый творческий шаг. И мы надеемся, что с каждым нашим новым номером мы вас порадуем, вы будете одушевлены и вообще рады нас видеть снова на сцене. В конкурсе приняли участие как новые коллективы, так и полюбившиеся брянскому зрителю театр танца «Авансцена», театр «Мотри Вертика», еще ряд творческих проектов. Заключительный гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2013» состоится 23 мая в 17 часов в Брянском областном дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина. Татьяна Глазова, Владимир Сидоров. События. Брянск.